Приветствую вас, звери Африки! Я прилетел, чтобы дать представление, которого вы никогда не забудете. О, ужас! Моя волшебная палочка сломалась. Без нее я не смогу творить чудеса. Представление не состоится. Какой позор! Какое унижение! Как же я вернусь в Индию после этого? Простите, уважаемый волшебник, а разве нельзя волшебную палочку починить? О, волшебная палочка – это очень тонкий инструмент. Ее клеем не склеишь и веревочкой не свяжешь. Здесь нужны сильные чары и редкие компоненты, которые можно найти только в Индии. Нет, все пропало. Надежды нет. Африка большая, и здесь тоже есть много необычного и чудесного. Присутствуют и чары, и редкие компоненты. Да вы только скажите нам, что нужно искать. Честно сказать, я плохо разбираюсь в африканском чародействе. Оно сильно отличается от нашего, индийского. Тогда мы поищем того, кто разбирается. Я уверена, что в джунглях обязательно найдется кто-нибудь, кто разбирается в таких вещах. Требуется только поспрашивать окружающих. А если мы узнаем, как починить вашу волшебную палочку, вы проведете представление? Несомненно. Ну, тогда мы отправляемся на поиски. Обезьянка и попугай, вы вернули мне надежду. Удачи вам. Удав, слоненок, случилось ужасное несчастье. Волшебная палочка мангуста сломалась. Вечернее представление отменяется. Кошмар, кошмар, все джунгли рыдают. Так, главное без паники. Джунгли велики, и в них обязательно найдется зверь, который знает, как починить волшебную палочку. Слоненок, ты много читаешь. Может, ты подскажешь, что делать? Волшебная палочка – это очень тонкий инструмент. Я не знаю, как ее починить, извините. Ну, может, ты знаешь, кто знает? Ну, может быть, сова сможет помочь. У нее самая большая библиотека в джунглях. Тогда идем к сове. Крылья – лучший способ преодоления ручьев. Все в сторону! Смотрите, как работают профессионалы! Что ты здесь ходишь? Не видишь? Это мое место! Какой невоспитанный леопард! Кто там? Бабуин, это ты? Нет, это не бабуин.
Это я, мартышка. И я, попугай. Ой, правда. Охо-хо. Старая стала, совсем ничего не вижу днем. Уважаемая сова, нам очень нужна ваша помощь. Волшебная палочка мангуста сломалась, и вечернего представления не будет. Вы так много всего знаете. Расскажите нам, пожалуйста, как ее починить? Ох, где-то в моих книгах что-то такое было. Дайте-ка посмотреть. Охо-хо, не могу разобрать ни единой буковки. Придется ждать темноты. Ой, у нас нет времени ждать. Волшебник улетит вечером. Охо-хо, я бы вам с радостью помогла, но солнце светит так ярко. Нужно найти способ защитить глаза совы от яркого света. Разумная мысль. Этот проход ведет в самые заросли ягодных кустов. Там, наверное, столько всего вкусного. Но эти кусты такие колючие, а проход между ними для меня слишком маленький. А я все перья потеряю, если попробую туда протиснуться. Здесь нам могут помочь друзья. Попугай, слетай, пожалуйста, и позови их. Кого из друзей привезти? Позови, пожалуйста, удава. Ну и где тут нужна моя помощь? Удав, попробуй протиснуться вон в тот проход между кустами. Ты же умеешь пролазить в самые узкие щели. Да, я такой. А что там за кустами делать? Как что? Ягоды собирать? Наелся до отвала. Кажется, даже чуть длиннее стал. Вот и вам принес вкусных ягод. Спасибо, удав. Если еще что-нибудь надо будет съесть, позовите. Непременно. Привет! Привет, дикобраз! Классная у тебя панама! Да, панама хорошая, но могла бы быть и лучше. Лучше?
По-моему, она прекрасно защищает от солнца. Ха, солнце! Вот если бы она помогала по деревьям лазить. А зачем тебе нужно лезть на дерево? Видишь эту пальму? На ней растут такие вкусные кокосовые орехи. А я не могу их никак достать. Хочешь, мы тебе достанем эти орехи? Конечно, хочу. Если вы их достанете, я вам подарю эту панаму. Попугай, только ты можешь добраться до этих кокосов. Давай ты будешь сбрасывать их вниз, а я буду их ловить. Без проблем. Вот, мы собрали для тебя кокосы. Вот, спасибо. Теперь-то я уж наемся сладкой кокосовой мякоти. Смотри, не объешься. Меня едой не испугать. Да, вот твоя панама. Она мне больше не нужна. А теперь кокосы. Ням-ням-ням-ням. Палка. Может пригодиться. Привет, обезьянка. Привет, попугай. Здравствуй, птица-носорог. Что-то ты выглядишь усталый. Мне еще сегодня столько работы сделать надо. Наверное, я не успею попасть на праздник. А так хочется. А что за работа? Может быть, мы сможем тебе помочь? Ох, сейчас так жарко. И мою банановую плантацию нужно поливать каждый день. А у меня есть только эта маленькая ведерко. С ним я провожусь до вечера и не попаду на праздник. Давай мы польем твою плантацию. Я вам буду очень благодарна. Ох, еще столько работы. Мы обязательно поможем тебе закончить работу, птица-носорог. Я надеюсь на вас. Решение проблемы в наших руках. Вот молодец, птица-носорог. Даже в праздничный день работает, чтобы всем джунглям хватило бананов. Я с этим не справлюсь. Ох. Причем тут я? Вот молодец, птица-носорог. Даже в праздничный день работает, чтобы всем джунглям хватило бананов.
Ох, еще столько работы. Мы обязательно поможем тебе закончить работу, птица-носорог. Я надеюсь на вас. Прочешем все вокруг. Мы не сможем полить банановую плантацию быстрее, чем птица-носорог. Попугай, нужно позвать на помощь друзей. Разумная мысль. Кого привезти? Попугай передал, что вам нужна моя помощь. Слоненок, ты можешь помочь нам полить банановую плантацию? Ты так хорошо умеешь воду в хоботе носить, а то с этим ведерком мы и до вечера не управимся. Да, конечно, я рад хоть чем-то помочь. Вот, я все полил. Это было несложно. Огромное тебе спасибо, слоненок. Теперь я с чистой совестью могу лететь на праздник. Встретимся там. Молодец, слоненок. Благодаря тебе мы скоро наедимся бананов до отвала. Да, бананы – это хорошо. Ладно, я пойду домой. Зовите, если еще понадобится помощь. Здравствуйте, жирафа. А, это ты, обезьянка. Ох, как здесь в саванне жарко, я прямо-таки таю. Спрячьтесь под деревом. В саванне все деревья такие низкие, а мне вредно нагибаться. От этого болит шея.
Вот если бы у меня была шляпа... Послушай, обезьянка, окажи мне услугу, принеси мне какую-нибудь шляпу. А я тебе тогда подарю эти замечательные темные очки. Не правда ли они стильные? Хорошо, жирафа, если мы найдем какую-нибудь шляпу, мы обязательно принесем ее вам. Поторопись, пожалуйста, пока я не потеряла сознание от жары. Жирафа, мы принесли вам отличную банану! О, как замечательно! Но если я нагнусь за ней, у меня весь день будет болеть шея. Обезьянка, надень, пожалуйста, эту панаму мне на голову. Ну и можешь снять очки. Я дарю их тебе. Хорошо. Благодарю. Это было очень любезно с твоей стороны, обезьянка. Тропинки пойти. Мне больше нравится средняя. Ага, этот валун для тебя не помеха. Мы не сможем сдвинуть этот валун. Попугай, нужно позвать на помощь друзей. Кого привести? Приведи, пожалуйста, слоненка. Чем я могу помочь? Слоненок, попробуй, пожалуйста, сдвинуть вон тот валун. Ты большой и сильный. У тебя должно получиться. Конечно, сейчас попытаюсь. Готово. Какой ты молодец, слоненок. Просто герой. А, привет, детишки. Гуляете? Нет, мы ищем способ починить волшебную палочку мангуста, чтобы вечернее представление состоялось. Везет вам. Поиски, приключения. А мне вот приходится сидеть в гнезде, пока орлица не вернется с покупками. Это так скучно. А, привет, детишки. Гуляете? Нет, мы ищем способ починить волшебную палочку мангуста, чтобы вечернее представление состоялось. Везет вам. Поиски, приключения. А мне вот приходится сидеть в гнезде, пока орлица не вернется с покупками. Это так скучно. Обезьянка, здравствуй, здравствуй. Ты слышала, что представление мангуста не состоится? Да, слышала. Мы как раз сейчас ищем способ починить волшебную палочку мангуста, чтобы представление все-таки состоялось. Пусть у вас все получится. Я тоже хочу посмотреть представление. Уважаемый бабуин. Смотри, проклянет с просонья. Ой, ладно, придем позже.
стоит опять беспокоить сову, пока мы не найдем защиту для ее глаз. Ой, кто это? А, это ты, обезьянка. Вот, мы нашли вам темные очки. Они защищают глаза от солнца. Ох, так намного-намного лучше. Теперь яркое солнце не мешает мне видеть. Ах, как хорошо. Спасибо вам, друзья. Ох, ваш вопрос. Ох-ох-ох, какой беспорядок! Так-так-так, здесь ничего. Может быть, здесь? Нет. Ух-ух-ух, ага, вот. Волшебные предметы изнутри и снаружи. Итак, здесь написано, что сломанную волшебную палочку починить нельзя. Ай-яй-яй, как плохо! Кошмар! Но можно создать новую. Здесь даже написано, что для этого нужно. Что? Итак, для создания волшебной палочки нужно собрать ветку из орлиного гнезда, перо райской птицы, воду из подземного озера и драгоценный камень. Ох-ох, непросто будет все это найти. Вот, я запишу это на бумаге, чтобы вы не забыли. Спасибо огромное, мудрая сова. Мы обязательно найдем все эти вещи. Удачи вам! Я тоже хочу посмотреть представление волшебника. Как продвигаются ваши поиски? Есть ли надежда на успех? Мы узнали, что волшебную палочку починить нельзя. Все, это конец. Моя жизнь утратила смысл. Но зато мы знаем, из чего можно создать новую волшебную палочку. Для этого нужна ветка из орлиного гнезда, драгоценный камень, вода из подземного озера и... И перо райской птицы! Да! О, вы вернули мне надежду. Но ничего из этих вещей у меня нет. Надеюсь, вы сможете их найти сами. Конечно! Постараемся! Привет, малышня! Вы же сюда не просто так зашли, верно? Хотите посмотреть на кривые зеркала? Всего одна ракушка, и рассматривайте их, сколько влезет. Ну и по случаю праздника, среди кривых зеркал спрятано одно обычное зеркало. Если вы его найдете, возьмите его себе в подарок. А можно мы это зеркало просто так возьмем? Ведь оно не кривое, а обычное. Не-а. Вот когда найдете, тогда и будет ваше. И не забудьте, это удовольствие стоит одну ракушку. Нужно заплатить бегемоту одну ракушку. Верно!
одну ракушку. Сова назвала кучу загадочных вещей, которые нужны для создания новой волшебной палочки. Но где же их искать? Ах, это все так сложно. А что это за вещи? Ну, ветка из орлиного гнезда, перо райской птицы, вода из подземного озера и драгоценный камень. Орлы любят жить на скалах. Там и стоит поискать их гнездо. Райские птицы живут в глубине джунглей. Чтобы найти подземное озеро, нужно найти какое-нибудь подземелье или пещеру. Драгоценные камни – это большая редкость. Может быть, один такой можно купить на праздничной поляне, но он будет очень дорого стоить, извините. Эх, какие вкусные были орехи. Жаль только, что такие маленькие. Это кокосовые орехи маленькие? Ну ты и обжора. Хе, ты разве не знаешь? Все вкусное быстро заканчивается. Как дела, детишки? Мы узнали, из чего можно собрать новую волшебную палочку для мангуста. Интересно, из чего же? Для этого нужно найти перо райской птицы, воду из подземного озера драгоценный камень. Да, и ветку из орлиного гнезда. Уважаемый орел, вы не дадите нам одну ветку из своего гнезда? Да сейчас буду я разбирать свое гнездо из-за какой-то ерунды. Нам всего-то нужна одна маленькая веточка. Нет, и не проси. Это не сработает. Так, лапы прочь от моего гнезда. Не для того я его строил, чтобы кто попало выдергивал из него ветки. Каменный мостик рухнул, и теперь там не пройти. Пройти здесь будет непросто. Я тут не пригожусь. Причем тут я? Thank you.
Вот одна раковина. Вот теперь вы можете рассматривать мои кривые зеркала сколько хотите. Спасибо. Кривые зеркала. Как интересно. Вот, это правильное зеркало. Хе, долго же вы копались. Я бы сразу нашел. Ну да ладно, как я говорил, забирайте это зеркало себе. Это ваш приз. Спасибо. Кто здесь? А, это обезьянка с попугаем. Извините, задумалась. Как у вас дела? Кобра! Мы узнали, как собрать для мангуста новую волшебную палочку. Интересно. Расскажите. Для этого нужно найти ветку из орлиного гнезда. Перо райской птицы. Да, и еще воду из подземного озера и драгоценный камень. У тебя, случайно, нет ничего из этого? Случайно есть. Красивый, блестящий, драгоценный камень. Но я его просто так не отдам. Сначала вы должны сыграть со мной в игру «Путешествие». Если выиграете, камень станет вашим. А игра не сильно сложная? Не сложная, но интересная. А ты расскажешь правила? Расскажу, когда игра начнется. Ну что, попугай, давай сыграем. Приступаем! В игре «Путешествие» нужно провести свою фишку по всей Африке быстрее всех. Бросай кубики. Поздравляю с победой!
Вам присуждается приз – красивый, блестящий, драгоценный камень. Спасибо, Кобра! С этим камнем мы точно сможем собрать волшебную палочку. Так что приходи вечером на представление. Приду, не сомневайтесь. Здравствуй, Бабуин. Кто тут пожаловал к старику? А, обезьянка и попугай. Как у вас дела? Мы ищем способ вернуть мангусту его волшебную палочку, чтобы вечернее представление все-таки состоялось. Ну и как успехи? Мы узнали, из чего можно создать новую волшебную палочку. Ну-ка расскажите старому шаману, из чего же нынче делают волшебные палочки. Нужно собрать ветку из орлиного гнезда, перо райской птицы, воду из подземного озера и... И драгоценный камень. Да. Интересно. Я для своего колдовства больше использую травы и грибы. Но если вы соберете эти предметы, приходите ко мне. Я вам помогу. Спасибо, Бабуин. Я тоже хочу посмотреть представление. Интересно, как сейчас колдует молодежь. Это сюда не подходит. Ничего не выйдет. Ох, а как же мне перейти реку? Придется прыгать по камням. Тебе хорошо говорить. Ты летаешь. Другого пути нет. Ух ты, камни скользкие, а вода холодная. Эй! Бррр, какая холодная вода. Ух ты, камни скользкие, а вода холодная. Холодная? Вот так! Браво! Ой, это, наверное, вход в загадочную пещеру шаманов. Ага! И этот вход закрыт огромной круглой каменной дверью. Может быть, есть способ эту дверь открыть? Давай подойдем, рассмотрим ее поближе. Желтый, синий, желтый, 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 синий. Ням.
здесь рисунков на стенах. Бррр, здесь сыро и мрачно. Вода из подземного озера – то, что нужно для создания волшебной палочки. Теперь нужно что-то, в чем ее можно было бы унести. Теперь это ведро больше не нужно птице-носорогу, и можно его взять. Теперь у нас есть вода из подземного озера! Помните, дети, как только соберете все части волшебной палочки, приходите ко мне. Мы обязательно придем. Так, лапы прочь от моего гнезда. Не для того я его строил, чтобы кто попало выдергивал из него ветки. Скукотища. Вот вредина. Но ветку нам все равно нужно достать. Здесь требуется хитрость. Нужно как-то отвлечь орла и незаметно вытащить из гнезда маленькую веточку. Так ничего не получится. Это не сработает. Орлы строят просто
огромные гнезда. Странная идея. Это сюда не подходит. Праздник не ждет. Решение проблемы в наших руках. Вот этот сборник анекдотов. Для вас всего 3 ракушки. Мой прекрасный хвост! Мама! Как жаль, что представление волшебника отменяется! Это просто трагедия! Не все еще потеряно. Мы узнали, как собрать новую волшебную палочку. Но для этого нужно перо райской птицы. Ты можешь нам дать одно из своих перьев? Желательно из хвоста. Ну, пожалуйста. Мы очень просим! Ах, что вы! Потеря даже одного пера может разрушить мою безупречную красоту. Мне кажется, у тебя в хвосте лишнее перо. Оно торчит как-то криво.
Ах, не может этого быть! Я же недавно была в салоне красоты. Как они могли оставить лишнее перо? А давай мы принесем тебе зеркало, и ты сама сможешь увидеть, как некрасиво торчит это перо. Хорошо, я подарю вам все лишние перья, которые увижу в зеркале. Это возмутительно. Райская птица, мы принесли тебе зеркало. Ой, какой кошмар, какой ужас. Тоже мне салон красоты. Пропустили торчащее перо. Я буду жаловаться. Вот, так намного лучше, не правда ли? Да, без этого пера ты выглядишь намного лучше. Да, просто прелестно. Спасибо вам, обезьянка и попугай. Подумать только, с утра ходить с торчащим пером. Какой позор! Праздник не ждет! Так, одна, две, три раковины. Все верно. Вот ваш сборник анекдотов. Приятно иметь с вами дело. Летит ворона, довольная жизнью, смотрит в разные стороны, вдруг врезается в дерево и падает. Встает, трясет головой и говорит: «Были бы мозги, было бы сотрясение». Thank you.
Бабуин, мы собрали ветку из орлиного гнезда, перо райской птицы, воду из подземного озера и драгоценный камень. Поразительно! Все перечислила. Вот молодцы. Теперь слушайте внимательно. У меня дома в Баобабе стоит большой котел. Чтобы создать волшебную палочку, вам сначала нужно бросить в котел ее части, а потом добавить туда разные травы, зелья и грибы. Все это нужно сделать в таком порядке. Ой, как все это сложно! Не так уж и сложно. У нее просто память древняя! Ну, давайте я нарисую для вас рецепт. Бросайте ингредиенты в котел в том порядке, как здесь нарисовано. Спасибо, Бабуин. Мы сейчас же пойдем варить волшебную палочку. Ух ты! Дом шамана! Никогда здесь не была. Сколько здесь всего интересного! Ничего не трогай! Хорошо, хорошо. Это не сработает. Это сюда не подходит. Вот он, котел. Я боюсь. А вдруг не получится? Определенно получится. Ну, ладно, начнем. Приступаем к варке. Так. Ага. Вроде правильно. Вот. Вроде все в порядке. Хорошо. Ура! У нас получилось! Мы собрали волшебную! Это просто потрясающе! Идем скорее к волшебнику! Вам новую волшебную палочку. Не может быть. Да, она настоящая. Она работает. Я снова могу творить волшебство. Огромное вам спасибо, друзья. Я жду вас вечером на представлении. Приходите обязательно.
Уважаемые звери Африки, благодаря помощи обезьянки и ее друзей, у меня теперь снова есть волшебная палочка. Представление начинается!